Доброе утро! Сегодня в выпуске «Давай меняться» мы познакомим вас с людьми творческих профессий. Знакомьтесь, цирковой артист Роман. Выступает на сцене и гастролирует по всему миру уже 26 лет. Он мечтал об этом с детства. А вот и вторая участница нашей рубрики – Наталья, аэродизайнер или, как она сама себя называет, продавец воздуха в красивой упаковке. Увлеклась наша героиня этим направлением еще в 2000 году, просто смастерив композицию из шаров на день рождения крестницы. С тех пор Наталья не может остановиться, посещает различные семинары, фестивали и радует людей вот такой красотой. Роман, скажите, вы любите воздушные шары? Ну, конечно, люблю воздушные шары, особенно когда вот на день рождения дарят воздушные шары. Вот даже недавно было день рождения у того приятеля, он себе, вот просто взрослый мужчина, и пожелал себе воздушные шары. Вспомнить детство. Красиво получилось? Очень красиво. Интересно было, красиво, и праздник прошел очень веселый. А вы когда-нибудь делали композиции из воздушных шаров? Видел, но еще не делал. Но еще не поздно, как говорится, никогда не поздно научиться. Сегодня у вас будет возможность сделать и фигуры из воздушных шаров, и композиции, поэтому я вам вручаю насос. Это ваш рабочий инструмент. А, это чтобы надуть воздушные шары, да? Конечно. Ну, понятно. Ну и, думаю, мы можем приступить к работе. Попробуйте себя в новом занятии. Хорошо, я готов пробовать себя в новом задании. Думаете, справиться с воздушными шариками легко? Ну-ну. Нам даже сначала показалось, что Роман 1000 раз пожалел, что согласился на этот эксперимент. Забыли, мы так голову, конечно, делать. Кстати, Роман пытается сделать из воздушного шара пуделя. Похож? Пока не очень. А вот и собачка почти готова, закручена. Вот. Ну, по-пердикуляре, так у них иногда ноги передние длиннее, задние покороче, как всегда. По-разному получается, конечно, но у нас же волшебный мир, уже детский мир, а они же фантастику сейчас любят. Ну, вот фантастическая собачка. Наталья, скажите, цирк любите? Цирк, да, люблю очень. Как давно были там? Очень давно было. Сейчас прямо неожиданный вопрос был, как бы, ну, когда, как давно, действительно давно было. Ну, хотели бы вот сейчас вот побывать, но, знаете, не смотреть, а вот за кулисами, так скажем, цирка. Поучаствовать? Поучаствовать. Ой, с удовольствием. С детства хочу. Да. Ну, я так предполагаю, что это очень сложно, потому что там все вот эти вот трюки, вот эти акробатические какие-то, не боитесь? Боюсь. Ну, так смотришь в телевизор или в самом цирке, вроде так легко все кажется. Будем пробовать, насколько это легко. Да, сегодня и посмотрим. Тогда пойдемте. Да. Первым делом Наталье подобрали костюм. Как же артист цирка и без костюма? Ну и, конечно, реквизит. Например, такая волшебная палочка. Будем двигаться от простого к сложному. Вы, наверное, скажете, что такой трюк проще простого. Уверяю вас, это не так. Но все же усложняем задание. Наталья, как у вас ловко получается? Ловкость рук? Никакого мошенничества, да? Так, ладно, с этим заданием вы справились. Забираю. Передаю вам другой такой вот реквизит. Можете начать с руки, но я бы хотела, чтобы вы попробовали вот как. Будем пробовать. Как у вас тут получается? С детства тренировалась, нравилось палочку на руку ставить и ходить. Наверное, это из детства осталось. С головой будет сложнее. Второе задание сложнее. Теперь Роману предстоит собрать фрагмент арки. Состоять она будет из шаров одинакового размера. И тут Роман проявил свою мужественность. У аэродизайнеров есть коробка для определения размера шариков. Шар нужного размера должен свободно проходить через отверстие в ней. Но вот Роман решил иначе. Вместо того, чтобы выпускать лишний воздух, наш герой с силой проталкивал шары в коробку. Конечно, и результат соответствующий.
Воздушные шары нам пришлось обвязывать лентой, так, чтобы сохранить рисунок арки. Скажу честно, мы намучились. Арка то и дело разваливалась, лента рвалась, но в итоге мы это сделали. Так, просто затянуть ее и все. Так, ну, я вам говорю точно, что такого у вас еще, вот такой стоечки еще не было. Это я вам гарантирую 100 пудов. 100%. Это авторская задумка, новенькая такая. Я говорю, такого у вас еще не было. Вот так, вот, чтобы винтовая, что вот... А говорит, вот, да, я сам в шоке, конечно. Творческий беспорядок. Да. Все, звезда получилась. С заданиями вы справились? Ну, конечно. А Наталья приступила к более сложной части трюка. Теперь ей нужно как можно дольше удержать такую нелегкую трость на лбу. Как видите, это непросто. А вот сейчас, дорогие друзья, самое сложное – лестница. Как нам рассказал Роман после съемки, чтобы научиться выполнять этот трюк, нужно упорно и усердно работать долгое время. Но для первого раза Наталья молодец, это я могу с уверенностью сказать. Я тоже попробовала. Нашего аэродизайнера было сложно остановить. Правильно, Наталья, как представить цирк без жонглера? Дорогие друзья, очередной эксперимент подошел к концу, пора делиться впечатлениями. Роман, пожалуй, начнем с вас. Как вам? Ну, вы знаете, конечно, впечатление море. Дело в том, что я привык к одной профессии, оно интересно для меня, моя профессия, но тут все-таки тоже интерес проявил и другая профессия. Все-таки, как бы, ну вот шарики, да, оно простенько, но со вкусом, но когда вникаешь в эту профессию, в это все нюансы, оно, оказывается, еще надо знать, как это сделать. Но мне понравилось очень сильно даже ту самую простую собачку. И то... были какие-то сложности. Как бы ничего. Да. Наталья, а у вас сложности были? Ой, у меня были сплошные сложности, у меня ничего не получалось. Как всегда, всегда мечтала побывать за кулисами цирка, увидеть, как это происходит. Со стороны смотришь, это вроде легко, хорошо. Подошел, взял, сделал. Оказывается, нет, все не так легко, как кажется. За этим стоят многочисленные как труды, дни, часы работы. Много времени уходит. Годами люди тренируются, чтобы достичь мастерства. Но было весело? Было очень весело, море позитива, очень понравилось. Вы бы все-таки хотели быть артистом цирка? Наверное, да, хотелось бы. Ну, раз было весело, да, мне тоже было наблюдать за вами весело и смешно. Ну, а мы, дорогие друзья, встретимся с вами на следующей неделе. До скорой встреч, пока! Пока-пока!